Анатолий Петрович? Похудел маленько, Петрович, понял. Оля, Дмитрия Павловича я поддерживаю. Хорошо. Он нас не подведет. Давайте, ни куха, ни пера. Здравствуйте, меня зовут Алексей Прохоров, для тех, кто меня не знает. Я адвокат Анатолия Петровича Быкова. Сегодня я, как в старом добром советском фильме, ТАСС уполномочен заявить от имени моего доверителя Анатолия Петровича Быкова, уполномочен обратиться к жителям Октябрьского района города Красноярска. Уважаемые земляки, мой доверитель, Быков Анатолий Петрович, находится сейчас в СИЗО-1 города Красноярска. Место, из которого он не может самостоятельно обратиться к каждому из вас. В этой связи, выполняя его поручение, хотел бы обратиться к вам со следующим. Сейчас я буду говорить от имени своего подзащитного от первого лица. Уважаемые земляки, я, Быков Анатолий Петрович, поддерживаю кандидата в депутаты в законодательное собрание Красноярского края Полушина Дмитрия Владимировича, баллотирующегося по Октябрьскому району города Красноярска. Это честный, принципиальный, порядочный человек, независимый журналист, ни разу не проявивший себя в выполнении каких-либо политических заказов, всегда честно и беспристрастно освещающий те события, которые происходят на территории нашего города. Октябрьский район города Красноярска – это тот район, от которого я неоднократно баллотировался в законодательное собрание Красноярского края, и вы оказывали мне честь своим выбором являться вашим депутатом. В этой связи я хотел бы сказать, что кандидатура Дмитрия Владимировича Полушина не вызывает у меня никаких сомнений, и я уверен, что мне не будет стыдно за него, как за депутата законодательного собрания Красноярского края, если вы отдадите за него свои голоса. В этой связи 19 сентября 2021 года прошу вас прийти на избирательный участок и проголосовать за Дмитрия Полушина. С уважением к вам, Анатолий Петрович Быков.